Начальные классы, физика и химия, география и музыка, русский язык, литература, история, обществознание. В региональном этапе конкурса «Учитель года» 22 участника, 8 учителей сельских школ, 14 городских. Они состязались в мастерстве и учительских компетенциях, знании предмета и виртуозном владении вниманием своих учеников. По словам члена жюри конкурса Лилии Галузиной, все они профессионалы своего дела, талантливые и яркие. Наравне с высокими компетенциями именно личность учителя стала определяющим в выборе победителя. Мы понимаем, что все-таки не технологии, какими бы они передовыми ни были, не методика, а личность учителя, его кругозор, его любознательность в конечном итоге и определят победителя. Потому что учительская профессия сродни актерской, да, и он должен доносить то, что он знает детям, быть немного лицедеем, и в то же время быть очень эрудированным человеком. Вот этому учит конкурс каждый год на примере многих-многих конкурсантов. В этом году конкурс проходит в 34-й раз. В торжественной церемонии чествования лауреатов и финалистов принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он отметил, что каждый год этот конкурс набирает обороты, становится многограннее. В этом конкурсе нет проигравших. Это всегда обмен опытом и личный рост каждого участника. Каждый из участников этого конкурса, конечно же, обогатился новыми знаниями, навыками, увидел, над чем ему стоит поработать, взял, и это не стыдно, лучший опыт от своих коллег. Не стыдно, потому что учиться никогда не стыдно, правда? Стыдно не учиться, а учиться никогда не стыдно. И, конечно же, и каждый участник конкурса, и наша система образования в целом стала еще более мощной, компетентной, профессиональный, еще более щедрый, конечно же, на душевный порыв. Победителем регионального этапа конкурса стала Надежда Милославская, учитель физики средней школы из Балашейки Сызранского муниципального района. Надежда Николаевна 14 лет в профессии. Рассказывает, осознала свое призвание задолго до того, как переступила порог педагогического университета. Этому послужил пример ее деда, который 40 лет проработал учителем в сельской школе и всегда с трепетом рассказывал о своей профессии. Надежда уверена, личный пример – главное, что должен показывать учитель своим ученикам. Таким примером станет и победа в конкурсе профессионального мастерства. Вроде бы все, вот ты достиг предела, и вот все, уже дальше некуда расти. Проходит виток, берутся какие-то силы, внутренние ресурсы раскрываются, и ты понимаешь, что ты движешься дальше, и ты развиваешься. И это на самом деле очень значимо. Развитие личного своего. Потому что, глядя на тебя, и ученики тоже будут развиваться. То есть мы свой личный пример, это, наверное, самое первое, что мы должны ученикам показывать. Все финалисты и лауреаты конкурса получили денежное вознаграждение, а победительнице глава региона вручил ключи от «Лады-гранты». Надежда Милославская будет представлять Самарскую область на всероссийском этапе конкурса «Учитель года», который пройдет осенью. Галина Топилина, Николай Сидоров. События.